покататься. Правда, погода для этого не очень хорошая на данный момент. Идет небольшой дождик. Но я думаю, он нам не должен сильно помешать. Самое главное, чтобы ливней не было. Вот, уже полторы недели идут конкретные дожди. Это очень радует. Только из-за этого я и собрался прокатиться. Я думаю, наконец-то мы протестим с вами мою грязевую резину. Ладно, смотрим. Доехали мы до леса. Я уже стравил резину зад 0,5, а перед 0,8. Не хочу просто лишний раз разбортироваться в лесу, терять на это время. В принципе, я думаю, должно помочь. Вот, тем более компрессор китайский, манометр китайский, и неизвестно в итоге, сколько он стравил, но зад очень даже стравил порядочно. Можно даже было чуть поменьше, но нормально. 0,5 показывает, даже если не будет 0,4, то пойдет. Ну а перед 0,8 тоже довольно нормально травился. Пока доехали по полю, весь запачкался. По полю ничего не снимал, потому что, в принципе, что там, снимать нечего. Едешь, а из клея в клею бросает, из-за этого всю грязь кидает. Ладно, сегодня попробую новый формат, по новому формату снять. Посмотрим, как и что получится. Что, все, вперед. Честно, я немножко припух, как упал. Там такая глубина, видимо, была. Прям даже передней балкой стукнулся. И от испуга тапку в пол давил. Чем-то здесь цепанул. Мостом, наверное. Офигеть. Я думал, там пипец, глубина полметра. Ой, я что-то бампер уже покоцал. Ну да, шнивы не для бездорожья. Да не, шучу, все нормально. Едем дальше. Погодка вообще супер просто кайфовая. Че, колесики пока держатся. Не сдуваются. Не разбортируются. Да, жалко, что мы сюда не можем. Сейчас пойдем куда-нибудь. Блин, ну погодка вообще за счет. Выезжал прям в сумерки, такие дождик даже с утра еще был. А сейчас вообще, солнышко, кайф. Еду я такой, значит, еду, пока снимать нечего, дорога, ну, совсем,
считай, гравийка. И вижу, поворачиваю голову налево, вижу такую фигню. Я почему-то сразу подумал, что мина. Но это мои первые мысли. Но походу она вкопана туда. Да, она туда вкопана. Офигеть, что это такое? А, какое-то электричество, что ли? Офигеть. Вот это да. Это металл. Офигеть. Что это такое? Петля. А это, наверное, замок получается. Офигеть. Знаете, что это такое? Напишите в комментариях. Прикольно, такая бандура, блин. Здесь раньше вырубка леса была. И вот прям вот, вот так вот. Закопана она. Труба какая-то железная идет туда. Ну ладно, мы едем дальше, пока совсем такая лайт дорожка. Офигеть! Я думал, что она глубже. Померил палкой, там так порядочно было-то. А что-то оказалось совсем. Как в городе по луже прокатился. Во, блин, а. Ой, даже камеру. Камеру даже залил. Блин, это реально просто ужас. Я немножко, так скажем, наложил, когда я вот тут приостановился и повис на раздатке, точнее ударился раздаткой. И я думал, все, сейчас здесь прям и повисну на этой середине. Тут между этой лужей. Это прям бугорчик такой. Я думал, это бегает, все носится. Интересно, как вода переливается. Да, Ричи? Интересно, как вода переливается? Не лазь в лужу, Рич. Не надо в лужу лазить. Вот, и после этого, как там подвис немножко, ударился. Блин, тапку в пол нажал. Не знаю, это и спасло или нет, но навряд ли. Все равно, наверное, проехал бы. Он боялся именно прям повиснуть. А здесь вот в лужу вообще все замечательно. И вот здесь вот тоже где-то при выезде ударился. А, нет. Вот в этой. Прям вот всем днищем видно, прочертил. Здесь тоже ударчик был. Как раз здесь скидывал газ в этой луже и прям удар такой. Бамперу, конечно, все хуже и хуже. Каждый раз я его поправляю после ям, после таких этих, после переезда луж, ям. Но что-то ему все хуже и хуже. Ладно. Супер. Едем дальше. Впереди все отлично у нас. Колеса еще на месте. Едем дальше. Блин, резина реально рулит. Спущенная резина, во, супер просто.
Я, конечно, не ожидал, блин. Честно, не ожидал я от этой резины. Ладно, все, едем дальше. Вредно, очень вредно ездить по колеям, по не своим, в натяг. Очень вредно. Просто сел мостом и даже, по-моему, не вывесился. И балкой сел. И все. Вот вам. И натяг. И вот вам и езда в натяг. По колеям. Сейчас будем. А, там крать что-то я не хочу. Сейчас будем пытаться, наверное, что-нибудь подложить. Сейчас посмотрим, что будем делать. Там карасем. Сейчас выкопал лопатой под хайджек. Сейчас буду замкратить за колесо, поднимать, подкладывать под колесо какие-нибудь бревна, ветки. И будем пробовать выезжать. Я вам рассказывал
что я сделал самодельные самодельный девайс для хайджека, чтобы поднимать за колесо. Сейчас я все как раз и покажу наглядно, как это все работает и как все это выглядит и помогает ли это вообще. Так, так, чтобы вам было видно. Все, покупаем. И еще в таких условиях я его не испытывал, чисто просто дома там кратко смотрел. То есть получается всего первый тест-драйв настоящий. Сейчас на передачу поставлю. Нужно поставить на передачу, чтобы колесо не крутилось. Зато так может вместе с домкратом колесо прокрутиться и упасть в домкрат. Блин, а проехал бы ходом или чуть с большим газом, не встал бы, выехал бы, морда выехал бы сюда и зад протащил бы. Вот так примерно это все работает. Сейчас дальше поедем, если выйдем. Не помогло. Надо домкратить и зад, и перед. Подомкратил я снова перед и жопу подомкратил. Подложил под жопу, точнее под заднее колесо. Уж там мост еще висел конкретно. Сейчас будем пробовать. Дождик пошел еще сильнее. Наконец-то выехали. Ну да. Вот. Нормально тогда. Мостиком присел.
То есть я говорю, там видно вообще, не? Я говорю, то есть в принципе резина гребет, мне очень нравится, я вообще удивляюсь, как она едет, но вот конечно, сколько здесь, сантиметров 6, наверное, просто как ехал, начал цеплять мостом, балками, и здесь конкретно прям сел, то есть это колесо сантиметров на 15 висело, то есть из-за этого первый раз не получилось. Если я первый раз подомкратил бы перед и сразу начал зад домкратить, подкладывать, то получилось бы с первого раза выехать. И потом даже, я даже потом чертил мостом. Ладно, сейчас соберем, ой, чуть не упал. Соберем весь наш инструмент, положим и поедем. Красиво, да? Слушайте, какой-то трэш начался. Вообще, вода прям, по-моему, на капот. Теперь я опять сильно ударился очень. А, нет, не... А, на капот, да. Пошла вода. Блин, как раз прям здесь воздухозаборник стоит. Ну не свисти, ладно, ладно, сейчас промою тебе. Ну и когда вода с песком попадает на ремень, который идет от генератора, свистит, промываешь водой, обычно чистой, и все нормально. Блин, здесь сильно ударился прям. Боль. Прям вообще пипец. Блин, это что, передним рычагом оси, что ли? Оба-на, чья это рамка? Автогермес. Что-то знакомое. Что-то это знакомое. Так, что, спереди, что ли? Не. О, блин. Ни хрена себе. Бля, чуть номер не потерял. Бля, точнее потерял номер. Это боль. Это прям с корнем оторвало его рамку, прям с корнем оторвало. Офигеть, блин, а? Дай первая поломка в лесу. Ну, это, конечно, не поломка, но тем не менее. Оторванные детали, скажем так. Лишние оторванные детали. А вот что-то без номера. Хоть и без заднего. По дорогам общего пользования что-то как-то не очень хорошо. Ладно, я думаю, сейчас выйдем. Вот так вот я вляпался, поехал в сторону дома. Камера, батарейка на камере садится уже. Решил поехать лайтово в сторону дома. Скинуло меня не в ту клею и упал я. Все три колеса в воздухе, передней балкой сижу, задним мостом сижу.
Вот это только одно колесо, которое жижу месило. Так все это выглядит. Вот и все. Мы выехали. Блин, батарейка, конечно, подвела сильно. Столько там было всего интересного, что можно было показать, но в принципе из косяков раздолбал задний бампер до конца. Номер, конечно, не потерял, но заднему бамперу трындец пришел. Ну, я думаю, что я смогу его починить, потому что я делаю фаркоп. Чуть-чуть осталось его доварить и уже буду ставить. А когда поставлю фаркоп, у меня будет здесь защита стоять такая, которая не будет давать бамперу вот в эту сторону ломаться. Вот, ну а это потом пропаяю чем-нибудь. Смотрю, как ремонтируют пластиковые бампера. Также сделаю. По крайней мере, попробую. Ну и все, колеса мы не разбортировали. В принципе, довольно так нормально. И в колею падал, и бился, и боковой снос был. Так что я думаю, зимой... О, кто стреляет. Зимой можно будет еще больше травить. Хотя зимой не знаю. Ну, то есть можно еще больше травить. Зад можно где-то до 0,4, наверное, запросто травить. Это будет вообще бомба просто. А перед, вот не знаю, ну можно попробовать до 0,6-0,5. Вот, вот так вот. Испачкались немножко. По-моему, у меня есть такое чувство, что я порвал пыльник. Вот этот, надо будет смотреть его. Потому что туда два раза палка. Палка туда. Там застревало. Ну, вы видели то, что я вытаскивал. Надо будет пыльник смотреть. Ну и в принципе уже шрусы помирают потихоньку. И от них сильная вибрация. Надо уже менять. Ладно, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Где-то через месяцок, через полмесяца примерно, ну, я думаю, через месяц проложу дорожку по карте подлиннее, поинтереснее. И уже поедем, я думаю, с лебедкой. А с лебедкой это очень интересно. Ладно. У меня есть еще группа ВКонтакте. Я оставлю ссылочку. Здесь вот. Подписывайтесь. Я там выкладываю свои старые новые фотографии. Там особо ничего интересного нету, но чисто выкладываю за фотографии. Интересные всякие, разные. Ладно, все, всем пока, удачи, до новых встреч.